обуви. Ноги переломаю. Жительница Сходни Надежда Кузнецова всерьез обеспокоена состоянием тротуара на участке от железнодорожной станции Сходня до улицы Чапаева. Дорога, по которой она ходит каждый день, превратилась в полосу препятствий. Плитка разбита, местами отсутствует совсем. Мнение химчанки разделяют не только люди старшего поколения, но и совсем молодые ребята. Неудобно ходить. Когда я в библиотеку хожу, я почти всегда хожу этой дорогой. Но это вот не очень удобно. Желательно ровный асфальт, потому что у меня еще есть самокат, а по такой вот брусчатке не очень удобно ездить. Трещет. Две недели назад дорожники начали перекладывать тротуар. Но, по словам женщины, работы прервались. Узнать судьбу дороги Надежда Кузнецова пришла в администрацию, которая с понедельника переехала в микрорайон Сходня. Сотрудники управления ЖКХ проконсультировали ее по всем вопросам, успокоили. Работы идут по графику, завершат их вовремя. Там происходит замена плитки на асфальт. Плитку уже сняли, и в течение 10-14 дней работы будут завершены, то есть полностью будут тропиночная сеть, тротуар будет заасфальтирован. Ответ Надежде понравился, но она собирается и дальше следить за ремонтными работами. Сотрудники администрации пообещали держать активную жительницу Сходни в курсе событий. Возможность решить свои вопросы рядом с домом, теперь это доступно любому жителю района. Очень удобно. Почаще бы такие выезды делали, потому что легче прийти сюда, чем записываться в химки и ездить по всяким адресам. Сюда пришел и решил вопрос не только один, но можно и несколько вопросов решить. Поэтому очень удобно. Выездная администрация будет работать в лицее номер 21 в течение 2 недель. Каждый житель может прийти со своей проблемой и получить ответ. Прием посетителей ведут с 9 утра до 6 вечера.